Всем привет, дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале, с вами Виторган177. На обзоре будет сегодня карта, называется она Smell River. Я так понимаю, маленькая река, что-то в этом роде. Так, значит, автором данной карты у нас является Редкий, он же Александр Токарев. Обзорчик по просьбе автора. Автор загрузил на сайт STMods эту карту. Вот, как скоро она, правда, будет опубликована, не знаю, но ссылочку, безусловно, я под видео оставлю, в своей группе тоже эту карту опубликую. Значит, на карте один гараж закрыт, одна заправка, один лесоповал, три точки погрузки, 11 лесопилок, дорогие друзья, 11 лесопилок, что-то не многовато ли, 11 точек разведки, боже, что-то прям как-то густо, 5 авто на старте заменяемые, если что, заменяемые авто, это у нас 73-й, если тут стояли, просто огромнейшее количество очков баланса игры, просто огромнейшие, ребят, я даже не знаю, что сюда можно поставить, чтобы это все дело заполнить, но это только на плюс карте, безусловно. Вот, значит, КАМАЗ 4310 две штуки, МАЗа 7310 одна штука, Кировицкая 700 одна штука, КРАК 260 одна штука. Ну, в принципе, можно начать, ребят, автомобильчики всевозможные тут поставил, которые у меня были скачаны, все модификации, вот, и значит, что мы здесь с вами видим. Видимо, здесь с вами УАЗик, площадочка, куда бы здесь податься, чем бы здесь заняться. Автомобили заблокированы. Так, ну, давайте, наверное, попробуем приблизиться вот к этой точке разведки. Подходит ли эта карта для неполного привода, фиг его знает. Вот, ну, попробуем. Пока что все, в принципе, достаточно очень сухо. Долго ждать нас карта не заставила. Тут же у нас вот она река. Прикольненько. Здесь вот так можно тихонечко, полегочку пробраться. Вполне. Неплохо очень даже все едется. Даже на УАЗике, ребят, проезжается здесь очень легко, а также просто. Втыкиваем четвертую передачу. Разгон. Даже пятую можно воткнуть. Ну, пока что достаточно все очень даже суховато, я хочу сказать. Сейчас мы с вами доедем до точки разведки. Опа-на! А тут же у нас и гаражные части, помимо всего прочего, ребят. Прикольно. Так, ну, на пятой передаче, понятное дело, буксует не по-детски. 7310 с полуприцепом, с гаражными очками. 4 очка гаража, если что, вдруг кто-то забыл. В чем я, в принципе, сомневаюсь. Ну, вот здесь вот, правда, что-то прям еле-еле едется. Не знаю, здесь, наверное, все-таки... имеется тинт, вот, от того и машина еле идет. Так-то, в принципе, мы через речку с вами достаточно бодренько проехали, а здесь вот прям что-то как-то... И вода почему-то здесь под каким-то наклоном лежит, вот прям, не знаю, присутствует, по-моему, угол какой-то наклона воды, что, в принципе, не совсем, наверное, оригинально. Машина прям еле-еле едет, я прям даже не знаю, почему оно так происходит. Вот, ну, автомобили на точке погрузки, к сожалению, у нас так не разблокировались. Вот здесь вот автомобиль разблокировался. Это у нас КАМАЗ 4310 с краном-манипулятором. Прикольно. Кстати, по дефолту у нас тоже кран-манипулятор, когда ставишь, у нас провода получаются в салоне, вот они оказываются, трасса вот эти, да? Блин, вообще жесть, конечно. Так, ну ладно. Так, а это у нас что, рефик или что это? Ну, судя по всему, это рефик у нас. Деревушки, то есть домика. Вот, ну да ладно, давайте, значит, посмотрим, где у нас вообще гараж находится. Может быть, вдруг как-нибудь... Ух, как-нибудь попасть гараж, что у нас в пикулях, ребят. Реально в пикулях. Ну ладно, давайте тогда мы не будем с вами открывать гараж. Вот, ну хотя бы попробуем доехать до лесоповала, посмотреть, насколько он там комфортный, насколько там комфортно будет грузиться. Вот, тоже немаловажная вещь для любой карты, это, конечно, погрузка. И, собственно говоря, оформление на той самой погрузке. Так, ладно, давайте, наверное, все-таки возьму как-то правее, что ли. Может, здесь оно как-то поедется полегче. Ни хрена подобного, легче здесь не едется. Машина прям еле-еле, душа в теле едет. Я, можно сказать, вообще на газ не нажимаю. Машина идет так на минимальном газе. Чуть стоит будет подгазовать, я сразу же тут, грубо говоря, засандалюсь. Я больше чем уверен. Поэтому ползем вот таким вот только, ребят, макаром. Не торопясь, что называется, да? О, ускорились. Ну, все-таки, наверное, я возьму вот так вот маленько правее, что ли. Ну, тинт есть, да, тинт есть. Он местами, так знаете ли, рывками, местами подмазанный. Где-то его нет, где-то он есть. Ну, блин, ну стоит только выехать на дорогу, мы тут же начинаем буксовать.
Так, здесь нам надо взять левее. Левее мы берем, и в таком случае мы с вами попадем на точку погрузки. Безумно хочется посмотреть, как оно там все это дело оформлено. Вот, все-таки, да, лесоповал, это, конечно, неотъемлемая часть абсолютно любой карты. И его оформление имеет место быть. Блин, вообще, что-то, ребят, трешак трешаковый какой-то прям. Не знаю, что автор прям понамазал здесь везде и всюду экструдусом зачем-то. Ну, понятное дело, на дорогах, но зачем на обочинах это делать, я, честно говоря, не знаю. Вот прям вот намазал, что называется, от души. Не пожалел, что называется, экструдуса. Колеса УАЗика тонут буквально наполовину, преодолевая вот эти всевозможные преграды. Так, ладно. Тинт на дороге тоже, кстати, не совсем актуален, по той простой причине, что, ребят, достаточно будет пару раз здесь проехать, а то, может быть, и один раз, во второй раз будете возвращаться, здесь вы уже будете буксовать. Вот, ну и ладно, это как бы все на сугубо личное желание так сделать это автора, да. Вот здесь вроде бы тинта нет. Вот, блин, при всем при этом что-то прямо опять не едется ни хрена, что ж такое. Либо УАЗик какой-то ущербный, что, в принципе, я это... В этом я что-то как-то сомневаюсь, что он ущербный, потому что неоднократно автомобиль тестировался, катался и был на обзорах, да? Вот, то есть видите, что грязь достаточно очень такая коварная в этом месте. Так, ну вот такой вот у нас здесь, ребят, лесоповал. В принципе, да, в принципе, все достаточно очень симпатично. Стоит 73.10 с топливной цистерной, там топливо хоть обожрите, что называется. Вот, потом у нас здесь также имеется К-700. Опять же у нас здесь сделан рефик в виде домика. Здесь у нас отдельный какой-то огородик песчаный, кстати говоря. Ну, мне кажется, надо было зеленцы немножко порандомазать, хотя бы намазать. Так, ну да ладно. Так, едем дальше. Так, рука у меня открыта, как всегда, в лучших традициях. Ну, и раз 260, ребят. То есть можно, в принципе, сразу автомобиль здесь погрузить и уже смело тащить 6 очков на одну из лесопилок. Вот, лесопилок здесь, еще раз повторяюсь, 11 штук. 11 лесопилок, ребята, это просто трешаково. На самом деле все это как-то выглядит. Вот, ну да ладно. Ладно, давайте воспользуемся вот этим КамАЗом. Отцепляюсь. Ой, блин, не то нажал. Попробуем доехать до этой точки разведки. Я не знаю, правда, что для этого мне нужно будет сделать. По крайней мере, включить полный привод и блокировку дифференциала. Судя по обстановке на этой карте, здесь достаточно все очень так, это, чумазенько. Ну, блин, что-то как-то 11 лесопилок, я не знаю. Ну, для мультика может быть, да. Для мультиплеера все вполне возможно. Чисто покатать по 8 очков. Блин, ну что-то грязь прям такая, прям, блин. Прям ядрет Мадрид какой-то, прям, честное слово. Очень глубокая грязь. КамАЗ, в принципе, едет неплохо. Вот здесь вот реально лучше не хватает. Да, если чисто вот так вот смотреть по уровню, да, то есть как бы вон там у нас лужа стоит, здесь даже ландшафт немного уходит вниз, но здесь лужи почему-то нет. Блин, надо было лужу сделать. Ну, на второй передаче едется, конечно. Едется, ребят. Я больше чем уверен, что с бревнами автомобили здесь поедут более уверенно, нежели в таком вот порожняковом состоянии. Хотелось бы, так скажем, пробить дорогу на лесоповал. Фу, господи. Дорогу на гаражу, чтобы примерно представлять вообще, куда здесь надо будет ехать, в случае чего. Режим аркада, ребят, в целом автомобиль ведет себя здесь более уверенно в плане проходимости, в плане расхода топлива, то есть топливо тратится меньше, едет автомобиль легче, то есть по большему счету сейчас сплошные плюсы, нежели минусы относительно проезжабельности. Ну, такой вот я кразик взял, ребят, давайте еще тоже на кразике прокатимся. Вот здесь вот точка разведки у нас имеется неподалеку. Кстати, как к ней проехать, я, честно говоря, пока что не знаю. Может быть, как-то это можно будет сделать напрямки. Спасибо.
Солидно он так деревья валит. Так, поворот налево. А вот и точка разведки, шикарно. Долго нам искать ее не пришлось. Так, открываем с вами картотеку. Что мы здесь с вами видим? Ну, фиг его знает. Пока что фиг его знает, на самом деле, куда тут и чего ехать. Ладно, будем придерживаться пока что дороги. Тут кощунить, честно говоря, и не хочется, если так вот откровенно. Так, здесь у нас с вами речушка. Преодолевается на этом крайзе эта речушка просто в лед. Аж на четвертой передаче. Каких-либо проблем. Ой-о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 й. Сейчас бы я впендюрился бы, а? Ну, грязь есть, конечно, да? Но она такая как-то вот местами. То есть, где-то есть низинка, там есть и грязь, и лужи. Где-то есть низинка, там есть грязь, но нет луж. А где-то есть низинка, там вовсе все сухо. Вот, то есть как-то не совсем все понятно, что тут относительно всего здесь происходящего. Как туда вообще приехать? А, ну вот эта вот дорога наверняка в гараж повела бы нас. Ну, стопудово. Вот просто вот век воли не видать. Ну да ладно, раз уж мы сюда с вами поехали, давайте в таком случае вот здесь как-нибудь проедем. Блин, дорог, конечно, прям вот видимо-невидимо. Вот, ладно, давайте поехали. Посмотрим, что да как будет здесь у нас. Так, поворачиваем направо. Ну, это я вот сейчас немножечко, так скажем, скощунил. Взял правее брода. То есть взял правее дороги, там где брод. Вот, там у нас и грязи-то вообще. Поэтому пролетели так быстро. Опа, здесь у нас какое-то озерцо. Поэтому лучше туда не нырять. Ух, ё-моё, здесь мостик. Где-то я тут. Слушайте, а здесь красиво все оформлено, достаточно так, вы знаете. Где, куда, чего? Ой, куда, куда-то. Блин, вообще заблудился я, по-моему. Да, крас, конечно, пуляет прямо омородная. Камушки, камушки, фигамушки. Долбит на машину. Так, и куда это я приехал-то? Что-то я не пойму. Алло. Вот она, точка разведки. Что-то я заблудился, по-моему, с этими направлениями, ориентирами. Доехать, что делать, я, честно говоря, пока что не очень представляю. Ну, здесь вот местность очень красиво оформлена, на самом деле. Как туда попасть, ТХЗ? Надо искать поворот налево. Или что нам надо искать? Блин, я вообще обратно сейчас, походу, еду. Блин, куда я еду, чего я еду, вообще понять не могу. Ладно, ребят, что-то я тут заблудился, я вообще не понял, как куда, чего, куда ехать надо. Так, ну ладно, давайте сюда вот тогда поедем, попробуем до этой точки разведки, может, добраться. Бюро находок какой-то прямо, а не где-то открывание точек разведки на обзоре. Тяжело найти было дорогу. Не знаю, может быть, я где-то чего-то мимо пролетел. Неудивительно, учитывая, с какой скоростью я тут летаю. Опа, поворот.
О, нашли точку разведки. Правда, не совсем ту, которую хотел, но да ладно. Давайте откроем миниатюрку, посмотрим. Давайте вот следующая точка разведки. Суховатенько, конечно, суховатенько. Грязи не так много, как могло бы быть. Вот здесь вот она почему-то появляется. Резко причем. Ну, блин, ну не знаю. Утонула здесь немножечко у нас лесопилка. Ну ничего, нормально. Главное, что подъехать можно, разгрузиться можно. Ух, ни хрена ж себе ж. Какая здесь глубина-то? О, погружение в движение. Завид у нас без водителя, к сожалению. Какие-то, к сожалению, тоже нет. Просто на стеклах нет. Ну да ладно. Это все в процессе, в принципе, можно заработать, было бы желательно. Так, очередная точка разведки нами была взята. Блин, ну я не знаю, куда еще. Ну давайте попробуем каким-нибудь макаром все-таки подобраться до гаража. Правда, я не знаю, что мне для этого надо будет сделать. Куда вообще надо поехать. Ну в целом, ребят, по этой карте можно возить смело шаланды. 8-очковые грузы. Что в целом вам поможет пройти эту карту несколько быстрее, чем если бы вы возили там 4 либо 6 очков, да? Вот, потому что все-таки 11 пилок, блин, ну сами посудите. Это очень много, на самом деле. Просто мега много. Вот, поэтому... Поэтому вполне возможно, что 8 очков это будет правильное решение, учитывая тот факт, что все-таки 11 лесопилок, блин, ну катать, ну не знаю, не знаю. По мне, как по мне, многовато. Я, конечно, понимаю, что дороги в целом сухие. Да, есть чумазинки где-то чего-то как-то там, да. Но в целом дороги сухие. Ой. Обо что-то я урон получил. Так. Здесь вот можно сразу выехать вот так вот по диагоналочке. Аккурат попасть на вот этот мостик. И, наверное, мы с вами приедем в гараж. Давайте попробуем так и сделать. Я, скорее всего, думаю, что вот этот мост, это знак того, что здесь где-то неподалеку цивилизация, тем более, что здесь асфальтированная дорога, ну и, соответственно, и гараж должен быть. Да, вот он гараж, ребят, мы до него доехали. Здесь же у нас где-то неподалеку должна быть лесопилка. Так, отлично. Здесь же у нас, ребят, топливная станция. То есть, открыв гараж, вы можете смело здесь дозаправиться, потом отправиться уже непосредственно на погрузку. На погрузке, ребят, там стоит, еще раз хотел бы напомнить, 7310, благодаря которому вы спокойненько сможете опять же дозаправиться перед тем, как отправляться куда-то там на одну из 11 лесопилок. Вот, ну, ребят, все, огромное вам спасибо за просмотр. Картотека вроде ничёшная такая, рекомендую. Ссылочка на нее присутствует. На STMods автор карту загрузил. Вот, правда, администрация, так скажем, сайта до 11 марта пока что в отпуске. Вот, материалы будут загружаться, но я предполагаю, что это будет делаться несколько, ну, так скажем, ну, не так быстро, наверное, как вам хотелось бы. Вот, ну, пользуясь случаем, можете скачать, увидев ссылочку под видео в моей группе. Вот, ну, а на STMods чуть позже. Вот, ну, я думаю. Блин, хочется куда-нибудь еще съездить, знаете, что-то я так увлекся вот этой покатухой с такой скоростью. Прям шестую втыкаешь и полетел.
Ну, Кразик, конечно, да, он читерский, многопроходимый, там все дела, блин, ну, хочется иногда, вы знаете ли, вот так вот погонять. Гонять, полетать, позажигать. Неплохая картотека, неплохая. Рекомендую. Чисто пройти ее на одном дыхании можно даже, знаете, катая по 8 очков. Блин, вообще просто только в путь. Ой, что-то прям здесь прям грязь, грязь да грязь. Грязь да и камни. Чувствую, я не доеду до последней точки разведки. Но она не последняя, правда. Я-то я так чисто для себя хотел. Здесь у нас вообще луженция какая-то мега-мега-супер-пупер. Так, а куда здесь еще надо ехать-то? Ой. Ну, короче, ребят, это еще далеко и надолго. Блин, ладно, давайте закругляться. Еще раз спасибо за просмотр. И всем пока.